Пошли. Друзья, привет! Я Альбина. А я Лейла. И мы блогеры. Мы пришли посмотреть на дом мецената, дом-музей Фемба Хаус. Дом Фемба – единственный сохранившийся в Нюрнберге крупный купеческий дом эпохи позднего Возрождения, в стенах которого ныне расположен городской музей Нюрнберга. Расположен он в историческом центре Нюрнберга. Здесь есть немало интересных мест, но ни одно из них не поведает вам столько тайны, сколько этот дом. Внешний вид здания за все эти годы почти не менялся, как и 5 веков назад. Его все так же украшают пилоны, вазы, бюсты, солнечные часы, а венчает строение скульптура древнеримской богини Фортуны, символа славы. За свою историю дом сменил немало состоятельных хозяев и был назван по имени последнего из них антиквара Георга Фемба. И сегодня в этих стенах находится музей, приглашающий совершить увлекательное путешествие по истории и культуре Нюрнберга. С самого начала экскурсия по дому вас удивит, ведь изучать экспозиции вы начнете не с первого этажа, а с 4-го. Гостям показывают документальный фильм о городских достопримечательностях и во время чего те или иные места на макете Нюрнберга выделяются подсветкой. Дом Фемба был построен в конце 16 века по поручению голландского купца Филиппа ван Орла, получившего немецкое гражданство. Дом стал резиденцией Филиппа и его потомков. В 17 веке патриций Кристоф Якоб Бехаим преобразовал здание в великолепный жилой дворец, а до 19 века в стенах дома располагалось картографическое бюро. Затем дом приобрел антиквар и книготорговец Георг Фемба от имени владельца, дом и приобрел свое название. А в 20 веке дом стал собственностью города Нюрнберга и служит музеем. Здание пережило Вторую мировую войну лишь незначительными повреждениями, в отличие от других зданий Нюрнберга. В музее представлена 950-летняя история и культура города, в том числе благодаря ценным оригинальным комнатам и залам самого дома Фемба и историческому двору. В музее можно увидеть документальные фильмы, посвященные истории города, макеты, модели города, карты, изделия нюрнбергских ремесленников, коллекцию мебели 17-19 столетий, уникальный литой фонтан Аполлона эпохи Возрождения, отлитый по проекту Петера Флетнера. Лепной потолок в стиле барокко, который сохранился и был создан в 1674 году итальянским лепным мастером Карло Моретти Брентано. В музее также проходят временные сменяющиеся выставки. Все это вам сейчас покажу. Не надо благодарить. Вы только посмотрите, какие виды на старый Нюрнберг. Первый раз смотрю с этого ракурса. Кстати, музей бесплатный. Интересно придумали. Смотришь бинокль или телескоп и на улицу через окно. А там показывают, что творилось на этой улице в 19 веке. В 1810 году здесь проходили лошади, кареты, а в 1930-е годы здесь проходили нацистские парады, ведь Гитлер любил город Нюрнберг. Спустившись на этаж ниже, вы попадете в город правления короля. Вы увидите старый Нюрнберг на произведениях живописи, посетите танцевальный зал, где проходили шумные балы, и даже рассмотрите вблизи императорский трон. Третий этаж дома служил гостиной для приема друзей, о чем говорят особенно богатый декор его комнат. Здесь же и фотогалерея, посвященная последним векам жизни Нюрнберга. Вау,
Вот это да! Вестибюль с потолком в стиле барокко. Великолепный потолок был завершен итальянским мастером Карло Моретти Брентано в 1674 году и является самым впечатляющим сохранившимся лепным потолком в стиле барокко в Нюрнберге. Левое поле символизирует любовь. Венера – богиня любви, Амур, ее постоянный спутник, направляет свою стрелу на Венеру, которая тщательно пытается спастись. Правое поле символизирует дружбу. Венера и Купидон – близкие друзья, что также иллюстрируется двумя играющими вместе детьми. Фигуры в углах символизируют четыре времени года. Весну, лето со стороны окна и осень, зиму со стороны лестниц. Еще раз убеждаю, что итальянцы – талантливый народ. А перед вами семейный зал. Обшитый деревянными панелями, великолепно обставленный зал был построен вскоре после постройки дома и демонстрирует высокую культуру жизни Нюрнберга. Здесь трапезничала вся семья хозяев из поколения в поколение. Из этой посуды, представляете, еще в те века какая посуда была красивая и интересная. А полы скрипучие. Вид из окна на ратушу. Обратите внимание на стекла. Посмотрите, как смотрится в них расплывчато. Это для примера современное стекло. Практически у всех в то время были вот такие вот мутные стекла. И только редко у кого были уже такие прозрачные стекла, потому что это было очень дорого. Стекла привозили из Италии. Если в доме имелось хотя бы одно маленькое окошко с таким стеклом, как, например, вот это, то хозяин такого дома уже считался богачом. И это было оправдано, потому что зимой, представляете, вот чтобы посмотреть в окно, надо было открыть окно и посмотреть. А в то время и с отоплением была проблема. И получается, когда ты открываешь окно, ты запускаешь холодный воздух. А здесь вуаля, окно не открываешь, смотришь, что там творится, кто там что делает. Ну, с подоконником, конечно, они что-то переборщили. И замком тоже переборщили. Ну, прям в столовую такой замок. Сейчас на забор такой не ставят. А работа по дереву хороша. Ручная работа. Макет дома Фэмбахаус. Макет города. А это фонтан Аполлона. Был отлит из латуни нюрнбергским литейщиком Панкратцем Лайбенвольфом. Бог стрельбы из лука Аполлон был покровителем нюрнбергских лучников. Обнаженная фигура с тщательной проработкой тела в момент движения свидетельствует о точном знании скульптуры итальянского возрождения. В красивом зале, построенном в 17 веке, обычно размещали частные коллекции произведений искусств и принимали высоких гостей. На потолке изображены четыре мужские и четыре женские фигуры, а также четыре стихии и четыре континента, которые группируются вокруг центральной картины, изображающей падение Фаэтона. Да, здесь еще и есть свой танцевальный зал. Вот лайфхак, как украсить деревянный потолок. Не просто балки. Вот так вот нарисовал. Лайфхак от меценатов. Мухи, медведи. Да, от меценатов. Кухня в этом доме скромненькая, да, скажем так. А вот для пирогов формы.
железные такие. Прекрасному Полу интересно будет побывать на купеческой кухне. Хозяюшки не только познакомятся с утварью тех времен, но и смогут унести с собой несколько средневековых рецептов. В 18 веке кухня была преобразована в парадное помещение, в котором выставлялась посуда из меди и олова. Интересно придумано. На стенде нажимаешь кнопку с названием предмета, и он светится. Обратите на потолок и этой комнаты. Лепнина – работа другого итальянского мастера Донато Поли. Благодаря этим шедеврам комнаты дома Фемба являются самыми красивыми и сохранившихся до сегодняшних дней в домах представителей знатного сословия Нюрнберга. В 18 веке в доме у Фемба находилось картографическое издательство, основанное известным ученым-картографом Йоханном Хоманом. Он создал на то время самые лучшие карты Луны и звезд, первые атласы, точную карту Германии. В музее представлены лучшие карты издательства. Здесь были выгравированы и напечатаны миллионы карт. Городской пейзаж 19 века. Фотографии Фердинанда Шмидта документируют превращение Нюрнберга из средневекового города промышленный мегаполис. Образ старого города в 20 веке. Старый город был разрушен во время бомбардировок Второй мировой войны. Реконструкция Нюрнберга на основе старого городского пейзажа представляет собой синтез старого и нового.
это дорога, когда поднимаешься на Нюрнбергскую крепость. И эти два узких дома сохранились. Нашлось место и для деток. Здесь проводят мастер-класс. И Лейла старается нарисовать, чтобы сделать себе значок. На первом этаже когда-то жили сами хозяева. ФМПХ знакомит своих гостей с историей города и прекрасно передает быт знати немецкой семьи XIX века. А когда вы изучите все его уголки, загляните в уютный внутренний дворик. Здесь вы сможете посидеть на деревянных лавочках в тени пышных деревьев и спить из векового колодца прохладной воды, а после, освежившись и отдохнув, продолжите свой путь по старинному городу. Ну а мы, проголодавшиеся и под впечатлением итальянских мастеров, решили найти кусочек Италии в самом сердце Нюрнберга. И нашли. Это заведение Провенца находится на рыночной главной площади. Наше внимание привлек внутренний интерьер. Он оригинален по дизайну, с парочкой старых автомобилей и не только. Рекомендую подняться на террасу второго этажа. Зрелище, как на картинке, с видом на церковь Марии. И музыка приглушенная, итальянская. Разные виды пасты, пиццы, рыбы, кальмары, десерты, салаты. Вот что предлагает это кафе. Мои попутчики заказали себе пиццу Маргарита. Ну а я пасту. Ну и куда без Дона Корлеоне? Thank you.
решили продолжить такую уютную, приятную обстановку, как кафе, и продлить себе настроение. Понравилось видео? Поставьте лайк, вам не трудно, а нам приятно.